2 декабря 1944 года. 1260-й день войны. Сегодня войска 3-го Украинского фронта овладели районными центрами Венгрии, городами Капашвар, Сексарт, Пакш, Боньхат, Дамбовар и заняли около 300 деревень и сел. На территории Чехословакии наши части вели бои по расширению плацдарма на западном берегу реки Ондава и освободили населенные пункты Сачуров, Полянка, Парховьяни. Венгрия. Немецкая группа армий «Юг». Начинается медленная переброска из Югославии 2-й танковой армии на юг Венгрии, южнее озера Балатон. Севернее развертывается 6-я немецкая армия от Балатона до города Хатван. Еще севернее Будапешта развертывается 8-я армия в районе города Мишкольц. 2-й Украинский фронт. Наши войска готовятся к штурму Мишкольца, откуда генерал Фриснер вынужден перебросить танковую дивизию в район Будапешта. Югославия, Далмация, в районе города Книн. После двухдневных тяжелых упорных боев 3 партизанские дивизии блокировали немецкую оперативную группировку и теснят ее к броду на реке Зырман. В Советском Союзе с визитом находится глава французского правительства генерал де Голль. Он уже посетил Баку и Сталинград. Прибыв в Москву, Шарль-Андре Жозеф Мари де Голль сказал: «Я счастлив и польщен тем, что нахожусь в столице Советского Союза, принеся сюда дань уважения Франции». В Алма-Атинском институте языка и литературы закончено составление большого казахско-русского словаря объемом в 100 печатных листов.